Температура плюс 18, приглушенный свет, постоянная вентиляция и уровень влажности. Почти как на курорте. Идеальные яйца несутся в идеальных условиях. Несколько этапов очистки и выбраковки. В конце, утверждают сотрудники, продукт почти стерильный. Полностью обрабатывают яйца каждого яйца для того, чтобы исключить какие-то ненужные бактерии. В этой лаборатории о яйцах знают все. Или выяснят за несколько дней. Столько нужно, чтобы вырастить микроорганизмы с помощью химических растворов. Черные полоски – это колонии смертельных бактерий, таких как протеус или сальмонелла. Возбудитель сальмонеллеза. Это самое опасное заболевание. Это токсикоинфекция, вызывает тяжелое отравление. Желток должен сохранять оболочку. Если вытек, есть опасный организм. Только свежая скорлупа проводит лучи света. А после покупки яйца лучше еще раз вымыть. Обычно домашняя мойка – это сода, либо раствор уксуса обычного, либо винного, любой, какой есть. Первые буквы маркировки означают срок хранения. С – столовая, не больше 25 дней. Д – диетическая, всего неделя. По цифрам определяют категорию. Чем меньше число, тем больше яйцо. Самые большие с буквой О, отборные. Вы как выбираете яйца? По размеру. Я смотрю, чтобы были чистые, не треснутые. А вот цвет яйца зависит исключительно от породы курицы. Если окрас заложен генетически у курицы, какого цвета яйцо она будет нести, да? Но кормление тоже влияет, конечно. В этом небольшом фермерском хозяйстве куры-иностранки сразу выдают готовую к Пасхе продукцию. Сейчас в хозяйстве 30 китайских куриц. Все они несут яйца. Но яйца не простые, а вот такие светло-голубые. Цвет скорлупа приобретает за счет билирубина, который содержится в организме птицы. А вот эти темно-коричневые, как будто уже крашеные луковой шелухой, снесли французские курицы. Как говорят фермеры, ни на вкус, ни на качество это никак не влияет. А вот варить любые яйца, уверяют специалисты, нужно минимум 13 минут.